Приветствую вас, и первое, о чем хочется сказать, это то, что сам факт вопроса является прощупыванием почвы для начала игры роли мужчины по отношению к вам, как, собственно говоря, мужчины. То есть мужчина прощупывает почву на тему того, может ли он с вами вступить в отношения, или нет. Говорить о том, интересно вы ему или нет, однозначно не стоит, потому что мужчина может спросить это из чистого любопытства, чтобы знать, свободны вы сейчас или нет. Если у мужчины есть женщина, то он может для себя поставить галочку, что в случае чего, если, допустим, со своей женщиной у него не получится, он может вступить в отношения с вами, и тем самым будет у него, скажем так, запасной путь. Путь отступления. И если же мужчина свободен, так же как и вы, и он спрашивает, есть ли у вас парень, это означает, что он интересуется вашим положением, вашей занятости для того, чтобы в случае положительного ответа на вопрос, возможно, начать с вами сближение. Это свидетельствует о том, что мужчина вас уважает, потому что если бы вы сказали ему, что у вас парень есть, он бы, наверное, не стал бы с вами сближаться, даже если его бы это заинтересовало. Соответственно, отвечая на ваш вопрос, стоит ли говорить ему об этом, можно заметить так. Если вы хотите побольше мужчину узнать, получше его узнать, то сделать это можно только в том случае, если человек ведет себя непринужденно. То есть, если он ведет себя не насильно по отношению к вам, то есть если он ведет себя естественно. А это можно сделать только лишь в том случае, если мужчина ничего от вас не ждет. Если вы хотите такого человека узнать, то скажите ему, что парень у вас есть, тогда он проявит себя наиболее искренне. Он не будет пытаться стремиться вас завоевать, скорее всего, он не будет пытаться с вами сблизиться, и вы лучше сможете увидеть, что это за человек, потому что он к вам не будет испытывать никакого интереса. Если же вы скажете ему, что парня у вас нет, он начнет деятельность по завоеванию вас, что несколько пустит пыль вам в глаза относительно того, какой это человек, потому что он будет стремиться вас завоевать, а значит понравится вам. И когда и если он это сделает, он может измениться и предстать перед вами совсем другим. Не таким, каким он вам видится или виделся. Вот, чтобы этого не произошло, лучше все-таки соблюдать осторожность и для начала сказать ему, что парень у вас есть, посмотреть на то, как он будет себя проявлять. Но это при том условии, если вы хотите его получше узнать. Если такого желания у вас нет, или вы его знаете достаточно хорошо уже, как вы думаете, то в таком случае можно и лучше говорить правду. Потому что правда всегда залог искренности, залог доверия, залог честности, если, естественно, мужчина настроен по отношению к вам именно так, а не как-то иначе. Тоже является очень важным обстоятельством. Ну и последнее, о чем нужно сказать, это то, что контекст в вопрос каждый человек вкладывает свой, в зависимости от своего воспитания, от своего интереса, от своего характера и так далее. И однозначно сказать про контекст практически никогда нельзя. Нужно узнать человека, чтобы понять, более-менее знать человека, чтобы понять, какой контекст
с наибольшей долей вероятности человек вкладывает в тот или иной вопрос. Но думаю, что наиболее часто такой вопрос задается с целью прощупывания почвы и задела на будущее. Соответственно, если вы считаете, что мужчина торопится, то что же вам решать, устраивает вас такое быстрое развитие или нет. Если вы считаете, что на вашу личную жизнь было совершено посягание, и посягание необоснованное, то опять-таки вы не обязаны мне отвечать, вы можете так сказать, что это моя личная жизнь, я ничего тебе говорить не обязан. То есть тут все зависит от того, как вы сами чувствуете себя, готовы вы обсуждать с мужчиной это, готовы с ним делиться этим или нет. Важно, чтобы вам было комфортно, потому что мужчина может просто не знать, какие у вас личные границы, или наоборот, специально пытаться эти личные границы почувствовать, чтобы знать, куда заходить пока еще нельзя. И для вас это неплохой шанс эти личные границы установить, чтобы мужчина не пересекал их, пока вы не будете к этому готовы. Ничего плохого, аномального, ненормального в том, что вы эти границы очертите, нет. Напротив, если вы будете чувствовать себя лучше от этого, то в итоге выиграют все. А мужчина, если он вас уважает, границы эти будет уважать также. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи.